Hallelujah. Богатые и слепые, мы начинаем представление на ваше всеобщее восхищение. Чего рот разинул, а ну подошвы аплодируй. Попадешь, сразу в рай попадешь. Давай пятак или получишь кулак. Чай на ярмарке, не на каторге. Ой, куда ты? Рука без сита. Подходи, подходи. Полина, ты пощупай ткань. Травы на стойке, болезни стойки. От мигрени, от кашля, от болика. Полина! Пирожков таких не отразятся никуда. У Петра не куры, а перья на костях, а у меня вот так... Полина! А, послушай, как играет, а? Полина! Расплатиться надо! Красавицы! Дарю! Благодарю. Жениха тебе богатого. Так, все купила, пряники купила. Ленты. А заколки, бусы на все вкусы. Выбирай, барышня. Дешево отдам. Ты не тыкай, холоп. Таня, перестань. Сколь вокруг благородных не трись, а сама дворянкой не станешь. Берем. Пересчитать надо. Не надо, Таня. Заколочки, бусы, на... Татьяна Федоровна, здравствуйте. Прошу прощения. Не смею отвлекать. Таня, признавайся. Ухажер твой? Да у меня таких пол Ямбурга. И деревня вся. Подходи! Паспорт-то имеется? Имеется. Фальшивый. Как фальшивый? Думал, сбежишь? Уводим. Небось, беглый. И по делам. Крепостным родился, живи под барином, да терпи. Храни его, Господь. Видишь? Не гаси меня свечу, я еще гореть хочу, я жива еще, покуда. Не гаси меня свечу, не протягивай ладонь. Мой дружок прекрасный, я пока храню огонь маленький, но ясный. А без света нет ночи, без ночи нет света, без поэта нет свечи. Без свечи поэта. Для бродячих моряков маяков есть пламя. Я горящих мотыльков маленькое знамя. От того-то и хочу я дожить до свету. Не гаси меня свечу, я свечу поэту.
Не гаси меня свечу, я свечу поэту. Ну, гнаться за вами, а ты попробуй. А вот и мы. Танька, вот ты где? В экипаж разъезжаешь, шлон барня. Не ругай ее, мамка Евдокия, это я ее с собой утащила. А что, Алексей Петрович, позавтракал? С утра на ногах. Сюрприз тебе готовят. Сюрприз? Он придумал француз слов. Прости, Господи. Ну что, топчетесь? Осторожно, несите. Не попутайте чего. А Тотья? Полина Петровна, благодарствуйте. Корзину на кухне отнеси. На всех лент хватит? Еще бы. Полина Петровна, полдень у качелей. Хорошо. А, Полина Петровна. Добрый день. Мы уже добрались. Рады вам. Благодарю. Вам? Благодарствую, Полина Петровна. Полина Петровна? Барыня. Мамка Евдокия, где Алексей Петрович? На конюшне. Во всей губернии такого красавца не сыскать. Ну, по барышне подарок. Алексей Петрович? Ну вот и газа. Ну что ж такое? Он не дает удивить. А что это за чудо? Как зовут? Лукас. Мой? Говорят, Полина Петровна прекрасная наездница. Ваш. Лукас. Это что ж получается, Лукьяшка, что ли? Ну, какой же он Лукьяша? Это Лучик. Седлатьба? Лучик. 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 Алексей Петрович. А я теперь каждый день могу на лучике ездить? Ну, конечно, можешь, он же твой. А несколько раз в день? А кормить его когда? Покормим. Не торопи, Полина. Мы с лучиком подружились. На нем мне теперь ничего не страшно. Куда? Полина! Куда?
сторону тяните! Лучи. Спокойнее, спокойнее! Держу! Конь-то у вас едва объезженный. Силу почуял и поддался. Испугались? Немного. Впрочем, я ему обязан. Давненько в эти леса не залетали ангелы. Без вас бы я не справилась с ним. И что же вы одна в конную прогулку пускаетесь? Вовсе не одна. Алексей Петрович, все хорошо. Лучик. Возьми свой повод. Стоит ли так сердиться, любезный сосед? Мы оказались в ваших владениях, граф. Примите мои извинения. Давно же мы с вами не виделись. В гости к себе не зовете. Заехать по-соседски гнушаетесь. Ну что, едем, Полина? Едем, едем. Не дорожите вы своей барышней. Сажаете на необъезженную лошадь. Лучик не виноват. Он выстрела испугался. Стреляйте не в сезон. В своих землях я сам решаю, когда стрелять. Честь имею. Пойдем, Полина. Но он спас мне жизнь. Никогда, слышишь? Никогда не верь этому человеку. Так вот, я и говорю, оформить надо. Курочка по зернышку клюет. А двор весь в помете. Что-с? Проверяйте. Одна тысяча. Имя и фамилия... Проверить лишний раз мне не кажется. А вот здесь у тебя что, глаголь или твердо, не разберу? Глаголь. Дегтярев. Глаголь, это верно. Слыхали анекдотец, какой вышел у Добромыслова в имении? Угу. Приписку и сказку неправильно начеркали. И что-с? Одну букву фамилии забыли написать. И из бабы мужика сделали. А государев закон есть закон. И баба прямым трактом на место службы и пошла. Не там фамилия написана, и вся жизнь иначе. Эх, меня бы кто-то так вписал на орденс. Если в бумаге все верно и претензий не имеете, извольте вот здесь роспись Да? Ты что, еще не ложилась? Не поздновато ли для девушки? Ну, входи же, входи.
хочу извиниться за происшествие. Это я должен у тебя прощения просить. Испугался за тебя, вот и был резок. Испугались, что лучик понес? Или что соседом повстречалась? Полина, я сейчас снова рассержусь. Ну как заслышите о графе Кричевском, так и ходите мрачнее тучи. Нервничаете. Капли пьете. Ну сколько можно враждовать, глупый суходольный лук? Простили бы давно. Да что ж мы все о прошлом. Будущее важнее. Завтра у тебя танцевальный вечер. Как будто танцы могут изменить будущее. Ну, не лукавь, дитя мое. Молодой граф оказывает тебе такие знаки внимания, которые не заметить невозможно. Вы с отцом Никиты Матвеевича служили вместе? Да. Вот она оказывает знаки внимания. Полина, ты трех кавалеров отвергла. Ты так без жениха останешься. Чем тебе Никита Матвеевич не нравится? Нравится. Ну вот, с помолвкой тянуть не будем. Вызову из Ямбурга нотариуса. Нотариуса? Нотариуса. Долго тянул. Думал, выпорхнешь. Оставишь старика. Я вас никогда не оставлю. Ой, дети, так искренне лгут. Ты у меня на выданье, а по бумагам числишься крепостной. Так не знает никто. Ну, а коли граф тебе посватается? Нет, надо. Составим вольную грамоту, оформим паспорт. Торопитесь выдать меня замуж. Ну что ты, Полина? Я бы с тобой вовек не расставался бы. Но я же должен думать не о себе. Полина, портниха приехала, корсет мерить. Что-то припозднилась портниха. Ну, ступай. Ступай. Вот набаловали вы ее, Алексей Петрович. Позже придешь, письмо заберешь на почту. Слушаюсь. Срамота. Нынче фасон такой. Извольте затяну. Так. Хорош, хорош. Первый выход. Положено. Положено, девушке. Стыдливо краснеть. Да глаза опускать. Краснеть? Все дело, как ты наказываешь. Вот у Арсеньевых дочку так затянули, так она два раза чувств лишилась. Первый раз упала, поймали, а второй раз не поймали. Головой ударилась. Полин, Христом Богом, возьми голубое платье. Голубое платье? Где мое голубое платье? Вот. Вот оно. Так. Это платье я тебе дарю. Ты правда? Куда мне его? Свое место знаю. Красавица! Ну что, Борис, пляши? Что там? Никак вскрыл уже? Ну так из Петербурга ж. Мочи не было терпеть. Веду аккуратные службы при Ямбургском уездном суде. В общем, столичный триад тебя приглашает. Я вот сколько лет служу, мне таких писем не присылали. Ну, выставляй венчишко ящик. Ну, это подождет. Так что ж, не поедешь? Нет. Ты, Боренька, дуракс. Что тебя держит в Ямбурге? Ну, это лишь мое дело. Что за письмо другое? Тогда тем более ничего интересного. Князь Головин к себе просит. Трястись по уезду за грошек. Так что ж, поедешь?
Лошадь пущай оплатит. Стой. Если лошадь ваша, овса дам. Если почтовая? Да ей все равно овса. Лошадь ведь не знает, почтовая она или нет. Благодарствуйте. Она пошла. Федула. Да. Пьер Александрович. Извольте. Бон. Чё? Стулья для музыкантов к стене, амфитеатром. И столы в ломберную комнату несите. Федул. Неси. Прости, Господи. Авдотья нотариуса молодого там встретила. Князю, что ли, приехал? Или еще к кому? Уж не знаю, к кому, но мне еще ленты гладить. Угу. Чего? Чего, извольте, барин? Вид, вид, быстрее, 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 свечи принесите. Вы находите это красиво? Несомненно, Полина Петровна. А Татьяны туда нет? На гладильной гляньте. Благодарствуйте. Татьяна Федоровна. Борис Григорьевич, никак на танцевальный вечер приехали. По делу вызван. Раз по делу, тогда торопитесь, скоро гости начнут съезжаться. Прежде вас хотел увидеть. Быстрые вы городские, вольные, а я цепная. Не будете ли вы против, Татьяна Федоровна, если буду просить князя о выкупе? Не то говорю. Плохо говорю. Об освобождении вашем. Жестокий вы. Дурачите девушку. Дурачу. Да я сам готов в дураках оставаться. Всю жизнь в дураках. Только бы вы, Татьяна Федоровна, с согласием мне ответили. Осчастливили. Барышня на прислугу дорого стоит. Я копил. С тех пор, как впервые вас увидел, копил. А известно ли вам, что ленты в котельоне способны людей соединять? Коли одного цвета вытянем, будет по-вашему. Закройте глаза. Закрыли? Да. Тяните. А коли разные вытянем, что тогда? Тяните уже. Открывайте.
Что? Воля ваша. Просите, Алексей Петрович. Ступайте. Простите, Богородица. Ничего, ничего. Кто такое? Ваше сиятельство. Ну что же, вы себя, молодой человек, ждать заставляете? Дорога-с. Я сейчас вас принять не могу. Встречу гостей, потом уделю время. Как вам будет угодно. Mesdames et messieurs, je demande votre attention. Prince Alexei Petrovitch Golovin va venir d'une minute à l'autre et on va commencer notre soirée. Сегодня все только для тебя, Полина. Полина Петровна. Мое почтение. Здравствуйте. Еще тебя и гадаю, кто из них? Вон тот высокий? Или тот, что у окна? Признавайся, он еще не пришел. Mesdames et messieurs, генерал-лейтенант от кавалерии, граф Матвей Николаевич Казанков. Корнет Никита Матвеевич Казанков. Граф. Господа, граф редко бывает в своем имении. Вот и сейчас проездом. Это герой, господа. Защищавший честь Российской империи в русско-турецкую войну. Пол, Алексей Петрович, не надо. Да, да, он и теперь продолжает служить государству российскому. Что ты сказала? Полина. Пройдемте, господа. Кто? Нас ждут. Пройдемте. Вальс! Кадриза Никита Матвеевича. И что, маменька? Это еще ничего не значит. Дон доме топ люба, Маша. На полцены ниже, дорогая. Вам помочь? Полина Петровна. Кого он попадет, с тем кадриль танцевать буду. Изумительно подходит друг. Полина Петровна прелестна. Этот стар, этот танцор никудышный. Нам выражить. И что же делать?
кадриль с доктором? Даже если вы все танцы отдадите другим, я вынесу эту муку. Но только не вальс. Хорошеньки мочи нет. На барышню назаришься? Косу отрежу. Ой, ну... Да. Вот так. Нет, но невозможно играть с вами. Ну что же поделать, да? Сергей Савельевич ожидает вас в кабинете. Говорит, по срочному делу. Я прошу меня извинить, господа. Алексей Петрович, ну в самый разгар игры. О, доктор Павел Арсеньевич, продолжите. Но я... Алексей Петрович, в картах я, признаться, не силен. Не сильный. Очень хорошо. Садитесь. Садитесь. Ну, я не знаю. Дядюшка, как я рад. Хотел бы я порадоваться твоему визиту, Сережа. Повода не даешь. Не ждали. А я вот он, грибочек полезный. Да и то в доме тебе отказано, в гостеприимстве. В зал я даже проситься не смею. Вот я смотрю на тебя. Похож ты на моего брата покойного. И не похож. Коль во всем похож был бы. Разве ж приползал бы к вам смиренно, стыдясь. А что такое, Сережа? Снова долги? Бес попутал. Бес. Бес. Вот. Твой отец француза бил. Себя не жалел. Бес к нему на пушечный выстрел не подошел бы. Дядюшка, ваша правда, я мерзок, я жалок. Я даже камушка на его обелиске не стою, дядюшка. Последний раз тебя вручаю, Сережа. Больше не приходи. Сколько? Вы, дядюшка, вы человек с пониманием. Вы и картишки тоже. Карты француз принес. Сколько? Ну, так я же говорю, 3500. Что? Молод неразумен. Это ты-то молод? Да твой отец лет на 10 младше тебя нынешнего был, когда в Бородине от ран умирая имя твое шептал. Дядюшка, дядюшка, иначе тюрьма, иначе яма долговая. Это же позор на всю фамилию и на вашу тоже, между прочим. Ну, пускай позор. Вы чужого человека в роскоши держите? Найденыша, а меня, кровинушку единственную. Алексей Петрович, да. Наконец-то, еще бы немного я пустил бы вас по миру. Прошу. Ну что же. Ой, эти карты. Ну-с, Алексей Петрович, продолжим. Вот, представляете. Ба-ба-ба. Уж извините. Оркестр тороплив. Вальс должен длиться вечность. Полина Петровна? Граф.
Вот за это рависант, мадемуазель. Вам очень к лицу это платье. Но в нем ли дело? Вы здесь у нас. Значит, конец вражде? Не зря лучик понес. Андрей Васильевич спас меня. Не откажете ли в кадрили? Какая у вас теперь? Английская, но вы занята. Ну, может... Тогда я продолжаю надеяться. Любопытно. Что вы здесь делаете, граф? Неужто испортим скандалом такой вечер? Любезный сосед, вчера вы ко мне, сегодня я к вам. Вы не помирились? Так помиритесь. Не бывать этому. Князь суров, и от него не дождаться приглашения. Но если вы попросите меня остаться... А вы забываетесь. О, нет, мы с князем все прекрасно помним. Тем хуже для вас. И все же я не уйду, если Полина Петровна меня не попросит об этом. Но против воли моего благодетеля... Вы прогоняете меня? Граф, вы ставите Полину Петровну в неловкое положение. Такой переполох из-за ерунды. Я понимаю, что виновата, но в чем? Что ты? Никакой твоей вины здесь нет. Вам дурно? Нет, я прекрасно себя чувствую. Месье Пьер! Mesdames et messieurs, l'ancien deuxième figure. Продолжаем, господа. Алексей Петрович! Алексей Петрович! Я не спал! Доктора! Доктор! 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 Алексей Петрович! Алексей Петрович! Алексей Петрович! Какой ужас! Окна и двери все откройте! Алексей Петрович! Сердечный удар. Состояние тяжелое. Вас просит. Алексей Петрович не может умереть. Тише, прошу вас. Дадим покой Алексею Петровичу. За батюшкой надо послать. Господи, помилуй. Борис Григорьевич, ты здесь? Здесь, ваше сиятельство. У меня к вам просьба. Не откажите в любезности. При вашем дворе... Потом. Бумагу гербовую привез. Как было велено. Ну, хорошо, садись писать. Пиши отпускную, вольную. Только черновик сначала. Предъявительница сего
Полине Петровне Лебедевой, писаной по деревне Головинка. Ошибка. Хорошо, что черновик. Не там фамилия написана, и вся жизнь иначе. Предъявительнице сей дарую свободу, освобождаю от всякой в отношении ко мне обязанности, в удостоверении чего сия отпускная за подписанием моим. Помещик, князь Алексей Петрович Головин. Так. Начисто. Полинушку. Займитесь, не оставьте. Где храните? В кабинете. Не извольте беспокоиться. Борисов, а что ты попросить-то хотел? Пустяки. В другой раз. Поправляйтесь, ваше сиятельство. Ну, ступай, ступай с Богом. Ступай. Ступай. Слаб.
Федоровна. Только что князь Головин даровал вам свободу. Ну как же? Пока что так. А как очнется, не знаю, как будет. Уезжать нам надо, Татьяна Федоровна. А Полина Петровна? Как же она без меня? Либо она, либо вы. Иначе не выйдет. Господи, помилуй. Решайтесь. Ну что ж, господа, я думаю, ждать больше нечего. Завтра справимся о здоровье князя. Едем домой, Верушка. Побудем еще, маменька. А можно я к Полине пойду? Отец, может, и правда? Я сказал завтра. Грех. Оговору поверил Антонину. Душу чистую от себя отослал. Господа просил за нее? Просил. Значит, он ее не оставит. Дочь ее. Полина. Моя дочь. Полина Петровна? Воспитанница ваша? Да, 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 Полина. Душа за нее болит. Был бы я честен, не труслив. Войди, Полина. Ждет он тебя. Ступай. Шаги твои. Всегда узнаю их. Алексей Петрович, взгляните на меня. Вот Господь заберет к себе. Вот оттуда буду все видеть, все буду. Не говорите так. Вы поправитесь. В зале душно было. Я сама чуть в обморок не упала. Как же смею бросать тебя. Мы ведь даже не дотанцевали. Вот и не бросайте. Призывает его к себе Господь. Хочешь, Дарья моя придет, а мыть, обрядить поможет. Не надо, батюшка. Сама ученая. Муж сохранила. Сыночка. 2 дней от роду. И сколько дурагошку. Помню все. Свое дитя потеряла, чужое к груди приложила. Полина мне не чужая. И это знаю, Евдокия, знаю. И что выкормила ее, вырастила. Сам Господь вас породнил. Ну. Ты должна знать. Ты должна знать. Алексей Петрович, не надо. Берегите силы. Это очень важно. Ты... Алексей Петрович,
Посмотрите на меня. Алексей Петрович, посмотрите на меня. Алексей Петрович. Алексей Петрович, посмотрите на меня. Алексей Петрович. Читать не умею, а вижу, что грех это. Мой грех, не ваш, Татьяна Федоровна. А коли не мой, от чего мне так тошно? От красоты души вашей. Так я у доброй барыни в неволе. А так к черту в гости едем. Нету барыни. Нету. Есть крепостная. Судьба ваша рукой князя решена, а я лишь рядом оказался. Нет. Свободной не была, и нечего терпения Бога испытывать. Слугой вашим буду. Косу возьмите на прощание. Али меня без косы. Псом вашим буду. Поспешим. Я играла с огнем, не боялась огня. Мне казалось, огонь не обидит меня. Он и вправду не жег мне протянутых рук. Он горячий был друг, он неверный был друг. Здесь живете? Не бойтесь, Татьяна Федоровна. Но вот в такую игру то ли он не умрет, то ли я не умру. Я глядела в огонь, не жалеючи глаз. Он горел и горел, однажды погас. Я играла с огнем до поры, не предвидя особых последствий игры. Только отблеск огня на лице у меня, только след от огня на душе у меня. Thank you.
Дед, пойдем к матушке домой. Матушка зовет домой. Что же ты вы? Простудитесь? Что ж, я не свободна в окно поглядеть. Так дует же. А вы с собой даже одежды не взяли. Да уж ладно, закрывайте. И все-таки действительно, у меня с собой ни одежды, ни даже гребня. Куплю. Я все куплю. А коли поймают? Так вольные же. И паспорт получите. Любезная Татьяна Федоровна. Все же в Ямбурге мне стыдно и на улице появиться. Уедемте. В Петербург. Хотите? Мне там и место предложили. В Петербург? Да. Жизнь-то другая будет. Другая. Алина, ну вот видит покойный Алексей Петрович, как ты тут мучаешься. И ему там тревожно тоже. Ну, душа-то его здесь, с нами. А что, Таня моя не объявилась? Сгинула паршивка. Сбегла. Знает, что ты ловить-то ее не будешь. И на каторгу не сошлешь. Пусть живет свободно. Почему она мне не сказала? Разве я не подруга ей? Хозяйка. И как она одна? Без денег, без паспорта. Савельич. Не дам себе. Хорошие вина подавали давеча у князя. А я что, я? Я родственник. Родственник вы. А вот завещание покойный на крепостную оставил. Скончался-таки. Покинул. Господи ты, боже ты. А меня? Племянничка своего, единственного, сироту, он наградил чем? Все дела мои имени, я могу сказать. Так же, сейчас. Ванах, я успею.
завещаю воспитаннице моей, Полине, отпускную грамоту освобожденных я. Полина крепостная. Он предал. Предал брата своего, отца моего героического, который в Бородине кровь проливал за отечество наше! Бумагу сию только мы с вами видели. Вы законный преемник, коли иного в завещании не приписано. Получив имение, продать его поторопитесь. Ну, знаете ли, долги-с. И 10% с продажи, я думаю, справедливая плата за мою услугу. 20. Остал меня. 5. 7. Стало быть, 10. Ну, я пока... Получите. По взаимному исполнению обязательств. Евдокия! Чего? Наследник с нотариусом приехали. Наследник? Это кто ж такой? Сергей Савельевич, в кабинете барина устроились. Шампанское просят. Вели подать. Вот нехрест. Я сейчас подам ему шампанского, а после на вилл насажу. О! Помещик, князь Алексей Петрович Головин скончался скоропостижно. Официально преемников оставить не изволил и прямых наследников не имеет. За сим установлено. Рожа вроде русская, а читаешь как немец. Что ты такое говоришь? Прошу прощения, Борис Григорьевич, продолжайте. За сим установлено, что родной племянник князя Алексея Петровича, сын родного брата, покойного князя Савелия Петровича Головина, князь Сергей Савельевич Головин, которому в доме было отказано. Но! Вступает в право наследования поместья и крепостных душ согласно законным правилам и последним записям в ревизской сказке. А с нами что будет? Ты, Полинка, тоже туда же, к наследству пристегнута. Борис Григорьевич, не изволил ли Алексей Петрович оформить на мое имя отпускную грамоту, как намеревался? Не успел-с. Это о чем-то вы? Сергей Савельевич. Не могу я вот этими делами так сразу заниматься, этим я не привык-с. Потом, Полина, пойди куда-нибудь, не знаю, на кухню. Это кого на кухню? Сергей Савельевич, одно поместье разбазарил. Теперь второе по ветру пустить хочешь? Юридическим сопровождением дел занимается Ямбургский нотариат, коим представителем я и являюсь. Жду решения судьбы моей с покорностью и надеждой. Хозяйка дома? Как бы знать, кто хозяйка. А Полин Петрон дома. Что мелешь? И то верно, виноват, барин. Что у вас происходит? Сергей Савельевич, права заявляют. Доложи. Слушаюсь. Пойдем, пойдем.
Полина Петровна, я не вовремя, у вас горе. Спасибо, что вы пришли. Знаю, что не по правилам. Быть может, нарушая все приличия. Но не могу иначе. У кого теперь просить руки вашей? Одумайтесь, Никита Матвеевич. Я бесприданница. Что с того? Платье Сергей Савельевич вам оставит, в котором на танцевальном вечере были? Оно очень вам к лицу. Платье, может, и оставит. Разве что туфли не уверена. Туфли? И не нужны туфли. Я руки ваши у Сергея Савельевича требовать буду. Не об этом просите, Никита Матвеевич, а вольный. А какой вольный? Я крепостная. Полина Петровна, я не могу жениться на крепостной. Понимаю. Но если князь даст вольную... Это невозможно. Прошу меня простить. Эх, пожить бы вот в такой вот роскоши чуточек. Коли затянете, внимание привлечете. Могут обнаружиться обстоятельства. Хорошо, хорошо, ну а как продать-то это все побыстрее? Аукцион объявим. Управляющий отчитается перед вами по доходам имения, по душам, по долгам. Долги – это не про дядю. Скучно жил. Отчитавшись, управляющий объявит вам ценность имения. Только, пожалуйста, будьте готовы к аукционной цене, очевидно, скромнее. Это что, доход их терять, что ли? Не забывайте, что права ваши, срок. Хорошо, хорошо. Аукцион, пускай будет аукцион. И прежде чем продать, не изволили бы вы вот. Что это? Ваш покойный дядя желал отпускную грамоту на воспитанницу выписать, да не успел. На Полинку, что ли? Именно. На Полину Петровну Лебедеву. Ну, не знаю. Отпустить – это значит волю дать во всем. А коли она использует эту волю, а коли она использует ее против меня? Полина Петровна претензий к вам, как к законному наследнику, не выражала. Не выражала? Все эти годы крепостная в шелках, а я князь. В вашем положении можно было бы проявить великодушие. Мое право родовое, а ее дворовое. Займитесь лучше аукционом, господин нотариус. Резвос, непозволительный. Бон, ты готов? Ну да, и не придерешься. Ух ты! Не волнуйтесь, месье. Князь. Князь, у меня хороший опыт церемонии, но вы уверены, что хотите продавать все целиком, отдельно дороже? И то не продавали бы нас, барин. А то, может, возьмите меня в услужение. Порознь долго и муторно. Понимаю. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Погонь заморскую. Вы
принесло тебя на нашу душу. Федула, допишь-то. Я подытом. Жве ровни. Бросить тебе что-ли пшена, чтоб не чирикал. Со мной все хорошо, Павел Арсеньевич. Не поймите превратно, в память о благодетеле вашем. Практика ему обязан. Есть у меня небольшое состояние. И суду можно под залог. А никто из соседей вроде как не решается. Выкуплю имение. И в кабинете Алексея Петровича работать будете? И лучик в конюшне останется Алексеем Петровичем подаренный? Надеюсь. Сделай божеское дело. Отпусти воспитанницу дяди твоего покойного. Некогда уже, милейший батюшка. И аукцион начинается, и других дел неотложных тоже много. Да и что с ней станется-то? Вот так бы и впечатал в стену лоб твой чужеядный! Прости меня, Господи! Я супротив ничего не имею. Дай бог образуется. А где Никита Матвеевич? Где он? Все изменилось, Верушка. Нет, он тебя не оставит. Я верю, что не оставит. Уже оставил. Нет, ты его просто не знаешь, он благородный. Он просто не смог приехать. Вот, смотри, отец его стоит. Видишь? Я сейчас. Постой. Господа, аукцион по продаже имения помещика князя Алексея, прошу извинить, князя Сергея Савельевича Головина, земли сельской лесной, 320 десятин, крепостных душ 240, дом господский, каменный, крытый железом, с мебелью и прочим имуществом. Начальная цена 20 300 рублей. Триста пятьдесят. Доктор, 20 350 рублей. Раз. Кто еще, господа? Господин Добромыслов. А что, наш лекарь богат? Вот и посмотрим. 20 350 рублей. Два. 500. Месье Добромыслов. 20 500 рублей. Раз. 20 500 рублей. Два. Или настаивать с покупкой буду. Готовы ли вы поддержать меня? В долг. Разве что медалями. Я нахожусь в затруднении. Прекрасный дом с бальным залом. Столь редкая возможность, господа! Простите, пожалуйста, а Никита Матвеевич приедет? Просто Полине очень нужна его поддержка. Господа! Увы. 20 500 рублей! 600! Доктор! Ну, доктор, найду. Браво, прекрасное решение! Кто еще, господа? Доктор, только вы. 20 600 рублей! Раз! Доктор, 20 600 рублей! Два! 20 600 рублей! 30 000! Месье! Граф Андрей Васильевич Кречетский! 30 000 рублей! Раз! 30 000 рублей! Два! 30 000!
тысяч рублей! Три! Продано! Продано. Ну и куда ж ты запропастилась, негодница? Ну, ну, ступай. Прогуляли с Лучиком к реке. Там бережок есть, Алексей Петрович любил его. Так уж вспоминали, стол-то готов, и гости собрались. Я их пока устроила в парке, на воздухе. Да, да, так лучше. Скажи, мамка Евдокия, определит Господь в рай его душу? Ну а куда же его еще-то? Или даже имение его, как рай на земле. Полина Петровна бледна, драматична. Простите меня, что задержалась. Ничего, Полина Петровна. Извольте в дом. Подожди. Алексей Петрович очень любил это место. И даже в плохую погоду просил чай принести. Давайте помянем его здесь, и после я приглашаю всех к столу. А что, Полина Петровна, племянник покойного будет ли? Он приглашен. Федула. А сынок ваш, Никита Матвеевич, разве не приедет? Он не хотел вас беспокоить, Полина Петровна. Да, да. И себе налей. Благодарствуйте. Практику свою давно веду. Рождаются люди, умирают. Будто бы это есть течение жизни. Но когда уходят такие люди, как Алексей Петрович, жизнь словно замирает. Щедрое сердце было у князя. Добр был и словом, и делами. Пусть душа его успокоение найдет, а дела земные добром приумножатся. И я помяну. Крепостные вместе с гостями выпивают? Я попросила их помянуть барина. А можете ли вы, барышня, моим крепостным указания давать? Поставь и вон. Негоже ставить. Пускай выпьет, Андрей Васильевич. Да и вы с нами. И то верно. А то поставит рюмку, а Головина нашего за это и в ад. Не богохульствуйте, граф. В собственном имении хоть беса за болонку держать могу. Хозяйство смотреть буду. Собери людей на заднем дворе. Да, а закусить такие надо бы.
Уж простите, что разбудил вас случайно, но мне назначено. Где Шадринцев? Не имею чести знать. Мы стреляли с ним вчера, он попал в медведя. А вы меня не помните? Саблю подайте. Вы должны мне со сделки. А. Вспомнил. Ты тот самый подлец, что к обману склонил. А подлинник завещания у меня хранится. Это ваша каторга. Я и сам подлец. Более уговоренного не надобно. Вот подлинник завещания. Рекомендую немедля сжечь. О, огня тогда уж. У вас что, и спичек нет? Хозяйка куёлду забирает. Боится, что дом спалю. Да я раздобуду. Вы не извольте беспокоиться. Спешу откланяться и надеюсь больше с вами дел не иметь. Да, хороши. Ни рожи, ни осанки. А вот дворецкий наш. Подойди. Хромой в дворецких? Ну, так... Вон его из дома. Хорошенькая. По дому работница. Улыбнись. Ну, а здесь у нас что? От барина понесла? Замужем я. Это он тебя зря пропустил. Али немощен был с девками. Что, гости ваши ушли? Ушли. После проявленного вами гостеприимства. Дворовые изнежены. Завтра своих привезу. Вот и посмотрим тогда. Барин, позвольте при доме остаться. Мы же тут все знаем и порядок блюсти будем. Порядок? Дюжину плети ему. Ну? Я? Ты? Однако ж, Андрей Васильевич, не стоило бы вам... Не умею я. Барин, не умею я! Конюх, кто здесь? Так я, он есть. Тогда ты ему дюжину плетей. Спокойно, Алексей Петрович в жизни не велел пороть. Алина Петровна, вы сами решите, кто кого пороть будет. Покажите, кто барина слушать готов. Thank you.
Андрей Васильевич, Степан добрый конюх, пожалейте его. Вам-то, барышня, какая печаль. О себе думайте. Если вы совсем поддержки не имеете, может, во мне ее отыщете? А коли иное что, так покиньте этот дом. Господи помилуй, словят же, забьют. Что? Крепостная она оказалась, Абай. Что ты говоришь? Да в бумагах все одно увидит. Андрей Васильевич, я готов Полину Петровну выкупить и освободить. Не берите греха на душу. Так вы, Полина Петровна, крепостная? Я тогда на себе ничего не покупала, Боря. А коли заметит? Вольное твое зарегистрировано. Паспорт при мне. Иди, бояться нечего. Ты куда, черт? Ткани, ткани, лучшие ткани. Во, какие хорошие. А коли руки умелые, вон бока у кувшина, что у бабы. Чего желает барышня? Столовый комплект? Да. Есть французская белая медь. Последний привоз. Угу. Гришка, подай, быстро. Угу. Вам глянется то, что надобно, увидите. Прям-таки белая. Да-с. Так. А руки-то у вас рабочие. Барышня, барышня! Ты что ей сказал? Ничего. Танька, Кузнецова, Головинская, ты что ли? Никак не признала. Трогай. Интересно. Ваш смех, Андрей Васильевич. Лебедева Полина Петровна, девка Ямбурского уезда. И вправду крепостная. Добрый же был барин старик Головин. Туфли из шелка для тебя пошивал. Добрый у вас барин был. Добрый. Не слышу. Добрый. А у доброго барина и крепостные добры. К чему вы клоните? Завсегда барина чтили. Увидим. Жаль барина покойного. Жаль. Жаль. А добра его жаль? Так идите и берите, что глянется. Они не станут. 10 минут даю вам, а то передумаю. Ты куда вы? Вы забыли, как он оброк вам прощал? Так кто ж в голод, а ныне как? Да и барин велел.
придула. Вам сказал Головинское брать. Так оно, это самое и есть, барин. Здесь, на этой земле, в этом доме все принадлежит мне, графу Кричевскому. Этих пороть. Завтра семью привезу и людей. В доме, чтоб чисто было. Егорка, а? Крайние столики неси и водицы не забудь подлить. Добро. Куда это теперь отнести? Ну ведь тоже люди. Глядишь, оставят за тобой комнату. Это же мы так. Прибираемся. В России землю покупать не прибыль, а убытки. Отца хозяйство поднял, здесь подниму. Старосту Головинского думаешь оставить? Головинского даже смотреть не стану. Здесь Ефим нужен. Ты видела поля? Князь и половину земель толком не использовал. Брату напиши, не то явится к закрытым воротам. Дядя приедет? Да, приедет. Ух ты! Зачем большой дом? Содержать дорого, прихоть. Ладно. Степан! А? Чуть. А мне говорят, ты тут таскаешь, а у тебя спина болит ведь. Идем. Я... Ну, я... Иду.
И ты, понимаешь, и... Я не серчаю. Не по своей воле. Видит Бог, не беру ничего. Я знаю. Не винись. А часы раньше пропали. В день аукциона. Он любил их. Что же будет с этим домом? С домом? А с нами? В столовую пойду. Сервизы мыть надо. Какой дом красивый! С приездом в новое имение, барыня! Барин. Да, майн либе, прихоть. Барыня, Андрей Васильевич вам комнату отобрал. Позвольте показать. Ну и как тебе, старый? Дворец Андрей Васильевич. Дворец? Ну, а вам? Огромный дом, барин. Прислуживать в радость. И кухня большая. Благодарствуйте, барин. Старайтесь, старайтесь, чтобы Головинским пример показывать. Слушаем, барин. Черт! Шадринский, Зимин. Князь, вы вчера не сделали свой выстрел? Ну, право. Не помню, куда я дел свой пистоль? Господа, последний раз, прошу вас, примиритесь. Предлагаю мир. Нет, стреляться. Или я требую в долг 40 тысяч? Визерская сегодня принимает. Будут все, кто был вчера. Или выстрел. Опа-па! Отыграемся! Сегодня чувствую фавор. Завещание. Все дела мои, имение в Ямбурском уезде, земли сельские, лесные. Господа, я с вами еду, но играть не буду.
Письмо в нотариате взял? Едем. Едем. Боренька, икону ведь забыли. Хозяйкиной иконы-то. Здесь было, когда въехал. 9 дней из комнаты не выходила, кротиха пряталась. Одна она мне помогала. Заберу. Мое платье, в котором я у Головина служила, просила ведь сжечь. Не смог. Ведь свои вещи положил, чтобы я не нашла. Не надо бояться прошлой жизни. Мы от нее уезжаем. Навсегда. А я верно, Боря. Сентиментален князь был. А с императором что делать, барин? С прежним императором. Александр I Головина обласкал. Отец терпеть его не мог. Убрать. Все убрать. Авдотья Пашина. По дому прислуживала. Больно румяная. Прачечную. Помилуйте, барыня. Не справишься, отправлю в поля. Слушаюсь. Степан Конюх. Андрей Васильевич, изволили в конюшне определить. Не люблю лошадей. Много им чести оказывает, а все – игрушка. Ту спальню для меня. Слушаю, барин. Эту… Предложите Анне старую мебель убрать. Как изволите. Илья. А можно я здесь буду? Выбрал светлицу. Я бы птичку кормил.
Кто боязливо просит, тот учит отказывать. Требуй. Ну? Папенька. Так я что ж, может, Илье Андреевичу тут постелю? Полна нюнить, барин велел тута. Эрлу твоему пшена, что ли, принесу? Татьяна Кузнецова. Кузнецова где? Так она-то вот... Ревизская сказка старая. Татьяны нет давно. Утопла. Жаль. По записям молодая. В мертвой душе ее запиши. Ян тут тоже туда. Александр Васильевич. А? Ну а и. Оставь. А барин. А вы немало не изменились. Сюда. Евдокия Сидорина. Я это. Возраст. Чего? Возраст почему не указан? Так я не знаю. Сирота я, и в том годе еще при царе Ангеле мор был. И барин покойный сказала. Писано, стряпать умеешь. Тряпаю. И по-нашему, и по-французской книге кое-чего. Пойдешь на кухню. Мамка Евдокия. Чего стоишь? Слышала? Полине Лебедевой нельзя ли со мной? Откуда платье? Из барского гардероба крадено? Так откуда платье? Она убогая? Фёст Головин, хатми фётки. Князь Головин меня с детства воспитывал. Ты дочь поиграла? И немецкому учил. Ценил в этом языке красоту и логику. И что? Полезна она на кухне? Да. Тонкости разумеет. Никак без нее. Хорошо. Пускай пока. Гардероб ее и князя посмотри. Что в ломбарде примут, все сдай. Слушаю, барыня. Присмотрюсь, решу, что с тобой делать. Имею в виду, тебе надо быть очень, очень благоразумной. Оденься подобающе. Пригляжу с тобой. Рога-то криво. Подсоби. Туда.
туда. Полин, найди что-нибудь это, заковырсти. Только чтоб с лапшой. А то, видишь, я тебя стушно катала. Ну, вот, суп с фрикадельками. Опозоримся. Опозоримся, в поля пойдем. Я-то сейчас дюжу. А ты у меня соломинка. Что же? А вот. Если... Проходи, Устинья. Из имения Кричевских, кухарка. Под ее началом будете. И что готовите? Говядина по-бургундски с лапшой в винном соусе. Столько лет барина кормлю, уж вкусы-то его знаю. Тот он злой-то какой. Сама ходишь, костями гремишь, и господ голодным держишь. Кухня барская, а кухарки все одно бабы. Говядину с лапшой готовим. Сказывали про тебя, что развратница Головинская. Не знаете человека, а наговариваете на него. Довольно? Ну, режьте лапшу свою, раз уж тесто раскатано. А я думала, учить нас будете. А вот, вот так еще думаю. Убить меня хочешь? Прошу прощения, Андрей Васильевич. От неожиданности. Ладно. А чё, барин-то приходил? Ну, домище. Барыня зимой полдома закроет, чтобы не топить. А крепостная-то с манерами. Чудно. С виду барышня, а нам ровня. Да какая ровня? Она ж ничего делать не умеет. Ты руки ее видела? А что? Доброго вечера. Неужели спальни своей нету? Вон кровать твоя. Благодарю. Где вы тут? Маленькие какие. Да все, ложись. Ишь ты, Батист. Как такое заработало? Раздевалась и часто? Снимай, отпусти. А ну, снимай!
Снимай, давай. Видишь, ты какая гордячка. Давай, снимай, снимай. Перестаньте. Снимай. Будет вам, детки, сирота ведь. Я тоже сирота. Да тебе никто из подня не рвет. Ладно. Ложись. Ну, а ты как хотел-то? Они тут с молоду, все под себя. А тут ты, Надь, здрасте. Пугали маленько. И ничего. Ну, как же так? Я им даже слова худого не сказала. Полюшка, жизнь из кого хуже зверей сделает. Ты сама к ним подход найди. Глядишь, поладите. Ты теперь другой жизни учись. Иначе загнешься. Поняла? Один возьму. Вот бери, больше девку ластишь, добрее будут. Пирожками и пряниками? Нет. Коль остался ты без людской поддержки, верь, его поддержка придет. Если жизнь трудна и молишься ты о чуде, чудо придет. Аминь. Трудная для меня проповедь ваша. В чудо не верю. Молись. Полина. Здравствуйте, Елизавета Александровна. Маменька. Вера. Ну почему? Простите, сегодня нет ничего. Благодетельница. А куда ж доброта твоя подевалась? Крошечку хлеба для нищей пожалела. Да ну и злые какие. Ты почему мне ничего не рассказала? Не хотела пугать тебя. А меня маменька заперла, на поминки не пустила. Я тебе писала, она письмо перехватила. Верочка, сама не знаю, что со мной. Ну-ка! Уедем, уедем, ты мне все расскажешь. Не могу я просто так взять и уехать теперь. Ну что, Полинка, теперь как и мы все будешь, а? Чего? Не жрет новое платье-то! Маменька, почему они? Люди нехороши. Вот ведь кому чудо надобно. И пытаясь в себе заглушить нарастающий гул ко мне пада, говорю себе, надо б нажить, на краю этой трещины надо эти злые кривые края прорывают, ты видишь бумагу, эта трещина, милый моя, и не двигайся дальше ни шагу. И по гладкому камню скребя, и срывая с него беспощадно, умоляя
себе и тебя. Это трещина, ладно, без обиды тебе говорю. Накопив непосильную кротость, отойди же, не стой на краю. Эта трещина может быть пропасть. Я вас слушаю, господа. Снова по выкупу воспитанницы Головина. Память о покойном. Пожалейте девушку. У ней все благополучно, доктор. Или вы меня за изверга принимаете? Тем паче, что не принимаем, Андрей Васильевич. Дайте ей свободу. А мы с батюшкой позаботимся о ней. Вот вы, отец Михаил, меня за безбожника держите. В храм не ходите. Однако ж, раз провидение, или если угодно, сам? Верил мне жизнь этой особую, значит, так тому и быть. Зачем вам она? Душа у нее чистая. Не марайте ее. Ну, а коли чистая душа, коснись я ее. Гореть мне в аду. Разве же нет? Князь Головин недаром вас сторонился. В конторе помогали с выбором места. Сама все увидишь. Мне уже все по душе. Совсем все иначе. Дамы, общество. Старой жизни конец. Угу. Пойдем. Да. Прошу. Приветствую вас. Мой почтение. Афанась Палыч. Вход через парадное. Не для студентов или каких-нибудь мелких чиновников. Проходите. Ну, вот. Кровать. Дед еще из Пруссии привез. Спать-то на ней сладко. И окна вот у нас на улицу выходят, а не во двор. Молочко каждое утро привозят. Генеральша у меня... 5 лет уж проживает, завсегда покупает. Красота? Да, мужа покойного. Знатный комод. И сколько же вы хотите? 530 рубликов в год. А было бы 550, но вы люди-то приятные. Да, мы тут и гуляют. А паспортучки у вас имеются? Вот мой. А вот Татьяна Федоровна. Свеженький. За место утерянного. Комната. Ну, прям такая большая и светлая.
как у Алексея Петровича. Хоть завтра бал. Так кто же в деревне, а мы-то в Петербурге. В настоящем. Эй, залетная! Узнаю места! Пошла, пошла, милая! Останови! А? Нам бы еще барин Бродок искать. Успеется. Прогуляться хочу к речке. Беги, догоняй. Барин, да разве ж можно ж так, а? Вода-то в реке студенная. Сухое надену. Ну-ну. А ключ-то я, видать, в реку обронил. Меня на почтовой станции посылают куда угодно. Вот потому я всегда с собой вожу чистое. О, вот, барин, ты не побрезгуешь, а? Вот, держи поясок. Ну, барин, теперь тебя уж точно в мужики запишут. Не в бабы, и то ладно. И то верно. Ну, залетная! Эх, пошла! Полин, ты что, умом повредилась? Ну, барынь, государыня, троица сегодня. И правда поют. Вот. И ты иди к девкам. Кто смотрит вперед, того горе не берет. Будете там песни петь. Хоровод водить. Иди. Крепче держись. Хорошенький! Жив я хожу, я не знаю, куда в юн положить. Я не знаю, куда в юн положить. Идем. Ах ты прыткий, а это тебе. Марго, догоняй! Любезный, пойдем со мной танцевать. Я не хочу танцевать. Пойдем. Селезень у
Батьку догонял, батеру догонял, хочу учиться домой, веселее домой, веселее родителей. Я сама поцелую. Убегла, красавица? Куда ты? Лови догонь, в другую выбирай. Батеру догонял, хочу учиться домой, веселее домой. Держи. Боже, вы какой резкий. А ну-ка. Ты что захотел? Ох, голосистая ты палашка. Ох, поймаю. Берем ручку, бери. Только что же держались. И правда, глупая я. Не туда смотришь. Гляди, созвездие Лиры. Где? Ну вон, видишь, на большой воздушный змей похоже. Вон там, видишь? И на хвосте маленькая звездочка. Глазастая. Это Вега. Тебя как звать-то? Полина. Даю ей новое имя. Полина. Полинария. А ты откуда звезды знаешь? Да батька сказывал. А батюшка твой кто? Звездочет? Ну, посчитай, что да. Ты, наверное, Поповский? Ага. Вон там Лира. Рядом с ней Полинария. Самая красивая звезда. А твое имя как? Дмитрий. Митька. Ну и где же твоя звезда? Дмитриус? Рядышком с Полинарией. Кормилица зовет. Постой! Провожу тебя. А мамка Евдокия Хворостинка встретит. Ах, вот ты какой. Ты хоть скажи, где искать тебя? По звездам ищи. Ты
благодарю тебя, Господи, что чудо явил. Прости, что усомнилась в тебе. Храни раба твоего Дмитрия. Освети путь его. Митя! Андрей, здравствуй. Спаси и сохрани. Брат ты мой, ну ведь к ужину ждали. Дорога. А? Каков? Ну, идем. Радость. Все глаза проглядели. Пироги? Вон, забери. Потроха, кашу размял. Гусь и печень. Ну-ка, защипни. Гуси. Угу. Пирожки завсегда с куряными потрошками делали. У вас все не по-русски. Тут вы правы, Устинья. Французской кухни лучший цвет, из Страсбурга пирог нетленный. Это как раз Пушкин о таких пирогах писал. Да немного ли чести пирогам, чтобы о них стихи плели. Настасья! Наталья, в столовую, быстро. К барину брат приехал, а я не доспать, э? Ну-ка, руки мыть и капусту резать. Давай. Я бы еще поспала бы, поспала. Грибочки удались. Тем летом опята только что на клумбах не росли. Дядя, а за что у вас медаль? Дядя твой – герой турецкой войны. Наш сын, Митя, только ради тебя к завтраку и вышел. А так все прячется. Попробуй, найди его в таком доме. Ваш новый дом действительно просторен и очень красив. Аннушка, а ты знаешь, где наш Митя полночи пропадал? С девками хороводы водил. Онцу. Уши. А тебе, Митя, пора жениться. Ах, как ты права, Аннушка. Думал, еду к брату, оказалось, к свату. Не думай, что разговор окончен. Пойди доложи, кто там. Полина. Негодная. Это моя вина. Не беспокойтесь, я сама. Ты что такое говоришь? Это моя оплошность. Полина. Вы знакомы? Она еще и по-французски. Как же быстро я тебя нашел. Дмитрий? Дмитрий? Объяснись. Это невероятно. Кто? Их сиятельство князь Головин. Кто? Ты что несешь, старый дурак? Велено так и сказать. Сергей Савельевич Головин, сиятельный князь. Так и говори! Пойди, проводи его в кабинет. Я уж думал, к нам покойник с визитом. Матушка, прости. Ну,
Вот растыка. Шла бы лучше, пол там притерла. Одна разбила, а я протирай. Здравствуйте, красавица. День добрый, Дмитрий Васильевич. Извольте приказать в столовую вытереть. Не помешаю. Полина. Чего извольте, барин? Господи. Вижу, что обидел тебя, но в мыслях такого не было. Полный барин. Это же впервые кого из господ барином назвала гузыня кружевная. Прощения просим. Прости. Отчество у нее какое? Петровна. Ваша полька случилась. Так до барского дома побегла, чуть полдвора не снесла. Ну-ка, вынеси пока место. Вот правильно. Полина Петровна. Еще раз прошу меня извинить, я немедленно вернусь на кухню. Выслушайте меня. Я вовсе не думал вас дурачить. Я наконец вернулся в Россию. Я приехал к брату. А тут гуляние. Господа и крепостные по-разному гуляют. И по-разному одеваются. Да. Я устроил маскарад. Не нарочно. Но разве вам было скучно со мной? Вовсе нет. А хотите, мы заново познакомимся? Имею честь представиться. Ротмистр лейб-гвардии Ее Величества Уланского полка граф Дмитрий Васильевич Кричевский. Я даже не знаю, как теперь представиться. Представьтесь по-французски. По-французски? Et moi, je suis une princesse. Неужели? Continue. Продолжайте. Забыла, что вы обманщик. Людьми развлекаетесь. Крепостной театр устраиваете. Андрей Васильевич, Андрей Васильевич. Чем обязан? Спешу засвидетельствовать свое почтение, Андрей Васильевич. Как у вас тут все переменилось. Впечатляет. Что вас привело? Вы что же, даже и виду не подадите, что рады? Репутация ваша не позволяет с вами любезничать. И прошу учесть, денег я в долг не даю, а при повторной вашей настойчивости буду вынужден отказать в приеме. Вы зря вот так вот стоите, всем своим видом показывая, что я должен идти вон.
А ведь у меня есть то, что вы все непременнейше захотели бы купить, Андрей Васильевич. И что же это? Завещание покойного князя Головина. И что, прям так и сказала? Представьте себе, в присутствии должностного лица. Да что? Какой пассаж? Однако, мне нужно быть там завтра. А? Снова? А как же? И что, вы пойдете? Естественно. Ну, расскажете потом. Борис Григорьевич, бросьте вы свою уборку. Только определились и сразу уже за уборку. Ну-ка, идите-ка сюда. Поглядите. А я полагал, в столице нравственность в почете. Борис Григорьевич с провинции. К свободе духа не привыкший. Однако 2 минуты до обеда. Или вином у нас угоститесь, то между нами все сладится. Это можно. Я прямо сейчас из суда, господа. Ну, мошенников развелось, скажу я. А, это вы? Устроились? Жду дел. Оформление сделок по купле-продаже земли, наследство дарственное, суды по онным. Оформление крепостных душ, но это правда редко, все-таки в городе живем. Ну, разве что только грамоты отпускные регистрировать. Отпускными грамотами не занимался. Да? Ой, да ну и черт с ними. Главное, что жалование устраивает, и хорошо. Обещанец? В другой раз. Прошу меня извинить. А вы сигары какой фабрики предпочитаете? Полтавской или одесской? Обижаете, Сергей Савельевич? Куба? Такую в обществе достанешь и в долг. Лучше дадут быстрее. Натощак не рекомендую. Что же касается товара вашего, извольте же, наконец, объяснить. Дядя мой перед смертью умом тронулся. Однако счастливый случай, заметьте, закон оказались... Далее? Ну, а далее следует то, что имение, так успешно приобретенное вами на аукционе, отходит крепостной девке Полинке Лебедевой. Как? Вот так. Прокатил меня дядя на вороных. Документ при вас, позвольте удостовериться. После покупки. А не куплю? Мне терять нечего. Да неужто долги? Так скоро? Да вы талант. Обнародовать завещание нелепо, это лишь усугубит ваше положение. Да и ваше не улучшит однозначно. Я закон не нарушал. Ну, однако ж, милейший граф, вы останетесь без головинских земель, без домика на 30 комнат. 37! 37! И вложений ваших вы не вернете. Мне только долг перед вами добавится, а долги, сколько бы их ни было, яма на меня одна. Я потратил приличную сумму, и ну, мне необходимо время. Я торопить не смею, но и ждать не имею возможности. Мне в Ямбург без денег нельзя. А знаете-ка что, Сергей Савельевич? Да.
Оставайтесь пока мест гостем. Отобедаем. А после сигару отведаете? От обеда я никогда не отказывался. Прошу. Красота? Угу, готово. Вот так. Кожа будет белая и нежная, не переживайте, мадам. Барышня. Так. Вот и я хозяйке говорю. А что хозяйка спрашивала? Ой, что она спрашивать-то будет? В таком квартале девицы из полусвета не появляются. Из полусвета? Волосы красивые, густые. Косу бы носить. Косу пущай девки носят. Ну, длины-то не хватает. Приладим. Благодетелю понравится. Жениху. Не как помолвлен, Татьяна Федоровна. По божеским законам живем. Не заслужил благодати. Так вот, мира.